Скажите, пожалуйста, Григорий, как вы находите ваш новый бизнес? Принесет ли он столько же денег, как вам, как ваш прошлый? Я могу сказать прямо, что уже буквально я открыл только 5 минут назад, и у нас уже есть новый клиент. Посмотрите, вот клиент на этом Опеле. Так что, как можно заметить, ошеломляющий успех, особенно при нашем внимании к деталям. Надеетесь ли вы на расширение вашего бизнеса или, может быть, на углубление вашего сервиса? Наш стратегический план – это диверсификация бизнеса. Есть ли у вас стратегические бизнес-единицы? Да, есть. Сейчас, секунду. Одна точно есть. Есть, да? Понял. Да, ну как вы могли заметить, наш Григорий Юрьевич очень полон сил. Полон сил, бизнес его процветает, растет вверх. Конечно. И не собирается он останавливаться. Отступать я не собираюсь, как можно заметить, у нас еще весь рынок впереди. Да, мы предварительно загадим все эти машины. Да. Ну, естественно, мы будем применять черный маркетинг и загадим все машины. Роман. Специальный корреспондент. Специальный корреспондент Роман с Кипра.